у тебя мне не все равно. Аккуратно! Стой, стой, стой! Вы по яйцам только хлоп! Что ж нет, блядь? О, блогеры, блядь. Что там? Что там? Снежок! Кто? Не, на бас не... А где бутылка, наконец-то нашел место, где похавать. За работу. Мне уже там дети говорят, обожаешь? Вот это мне не все равно. Уже похавал, наелся максимально. Наелся, запей. Потратил 151 гривну. Это нормальный такой куш. Скейт-парк 1,1 километр отсюда. С горки. Уже начинается это покапывать. Оп. Прыгаем. На двух пегах с одной рукой. Скорость 200. Так, тормозов нет. Так, мальчик, аккуратно. Йоу, аккуратно. Стой, стой, стой. Привет. Ох, блядь. Фу, по болот. Жестко. По травке залетаю. Да, я в дёрнке катаюсь. Ты видел, какая у вас перила дёртовая тут? Что можно все, что хочешь, пробить и лицо. А, да. Кепку, он из-за нее был глупый, поэтому он ее снял. Не выключай камеру, снимай одним кадром. Нет, это нормально. Взял чину в кофту на пол. Не бейся, все нормально, просто снимай главное. Проблема в том, что нужно слайеры как бы накатить, чтобы были хода, потому что на фрикостере особо не вкрутишь, там холостой ход, и поэтому надо сделать ОПДСик еще. Что-то намечается. Все хорошо? Жестим. Это уже было хорошо, мне понравилось. Давайте еще попробуем банайте випчик вот туда к подкату, и там может быть какой-то трюк, не буду загадывать. Я еще пока не сильно ощущаю этот фрикостер, поэтому без допрыжки не знаю, или получится. Давайте еще 3 попытки. Если не получится, то будем другой трюк пробовать. Вот, вот этот мужлан меня снимает. Инста будет. Что так? Стой, стой. Что ты ешь? Круассан. По яйцам дал, с жопы, понял? Со стороны жопы по яйцам только хлоп. Уже не нашел, не получилось. Так, ладно. Давай, чтобы себя сильно не задалбывать, пробуем другой трючок.
На самом деле очень страшно. Вот такой квотер, вот такой мужлан. Никогда до этого не пробовал, не знаю, что из этого получится. Но у меня есть каска, должно все получиться. Главное... Что, что? Каска на ночь. Меньше слов, буду пробовать сейчас флип на файке в этом квотере. Я думаю, нужно посильнее закрутиться назад, чтобы передним не удариться в него. Да? Клы дождь, да? Клы дождь, да, может интернет не будет. Что за хуйня? Вот так, так. Если он сделает, я пробиваю себе покрышки. Страшно доски, давай сейчас доберу. Не, их, конечно, не пробью, но не знаю. Похавал. Если он не сделает, я забираю его канал себе. Выше выехать надо, наверное. Надо такое рвать. Я сам чувствую, что мало скорости беру. Я просто пока... Ну, в принципе, да, если я возьму больше скорости, значит, будет выше высота и больше назад можно дать. Поэтому сейчас больше скоростюшки и крутимся назад. Мне кажется, можешь заехать там. Ну, когда ты флайм, давай заходил флайм. Ну, брат, тоже страшно, понимаешь, чтобы не переборщить. Можно на дизастер просто приземлиться, типа, стрём. Мне кажется, такое хватит. Просто съехать, да. Не знаю, вроде нормально, вроде нет. Не сказал, если не крутый, то лох. Лох тупо нищий и отдает мне канал. Во! Похоже. А, блядь, так оно по тазу бьет, пизда. Катайтесь в черепашке. А? Надо кататься в черепашке. Что, мы это кроссмен или что? Знаешь, как это неудобно, это уже не тот стайл. Уже кататься в этой защите в шлеме, это уже напряг большой очень. Хочется выезжать так на расслабоне, но нужно подавать правильный пример. Да это рофл. Ты рофл. А, блядь, сука, почти. Охерену было. Пару слов для пресса. Ты нахуй не снимай это. Один раз подъезжаю, пристреливаю скорость и сразу же делаю. И рвешь эту студию. Или сейчас, или вот. Давай! Это считается. Давай еще разок. Ну, считается. Делаю еще один раз и все, я отдыхаю, потому что так можно яйца купить. Яйца. Ой, блядь. А, пизду. Пизду. Или в хуй. Не, чуваки, отдых пока, не хочу это делать. Потом в Виннице доберу. Там квотер порежу, будет полегче. А-а-а. Хоть бы Рейна заборы лись. Хочешь конфетку? Да не, я шучу, давай, чувак. Синяки пооставались. Аж синяки пооставались от следы от руля, потому что только ба, только ба, только ба. Ну или я лох просто, не знаю. Одно из двух. Потом, я понял. А надо ехать за бухлом тогда, чтобы на камеру снять потом. Карета, там пышная свадьба. Красюков Андрей. Как мне, ты звонишь? Красюков Андрей. Что ж нет, блядь? Блогера, блядь. Что там? Что там? Снежок. Кто? Дашь пиццерам? Давай, тут жоп ты дал, блин, мне. Нет, уж, я дал стаканчик. Жопку за тебя хуйня что-нибудь принес, блин? Так я себе пойду. Хая, ха-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Не-не-не-не-не. Что не будет? Вот так херня. А что это такое? Взрослые? Гара. Что такое? Слушай, не такое, тут я не могу, мне... Гара, где? Зараз де місцечка. Ремиха! А? Ремиха! Короче, дивимося в ютубі відео. Дивися, чувак пиздує на гармошці, пиздець. Ну так чітко тут збив. А що гармошка, що не гітара? Я гітари міг грати. Воно такий бас гітари. Ні, на бас ні. А де бутилка, блядь? Ти заникав, вон до. Такі, ну, пахальні пісні, ти знаєш? В смислі пахальні? Як це? Ну такі, ну... В смислі? Це для воду коромислонеця. Утро следующего дня. Сейчас выходим на улицу, познакомимся со всеми ребятами.
ребята разбираются. Пацаны школы, привет. Yeah. Это я же вспомнил, кстати. Ну, что там? Да ничего, нормально, отдых. Да. Красавчик. Аэропорт Хмельницкий, уже с концами покидаем этот спот. Уже тут нехуй делать. Ой, тут уже нечего делать, тут уже пусто. Они самоубийцы еще, типа. Я тут впереди бежит и... Прыгал с самолета без шлема, но доставать велик нужно в каске, потому что мы за безопасность. Вот с этого самолета сейчас буду прыгать на велосипеде. Полезли залезать. Миссия начинается. Давай, снимай, быстро, снимай. Снимай, я спрыгну. Сядь, снимай, папа. Яка репетиция? А, перед кем ты маешь выступать? Ты кому лапшу гоняешь? Ого. Так, берешь, ногой встаешь, вот так пошел. Аккуратно, слышите, аккуратно. Ничего не ломать, не царапай. Машина вон сзади. Не царапай, бегами ящики. Та же самая, как ты. Нет. Так как ты залазил. Отойди. Отойди, папа. Это дичь. Асамортизировал. Влог окончен, я приехал домой. Смотрю Литвина и сделал себе кастомный десерт. Это, в общем, две желейки пчелка, дальше палочка с нутеллой, которую я засунул в соломку. И еще банан и орешки. Блогерская жизнь, она такая. Кто?